Добрый вечер, друзья! Подходите, мы сейчас с вами отправимся в путешествие. С вами дуэт Нерденини. Айр и Алиан. Вот примерно туда мы с вами отправимся. Туда, где звук и свет сливаются в одно. Когда я думал об этом концерте, который сейчас будет, у меня он сложился как такой путь путешествия вместе с вами на вершину одной, неважно, на вершину. С того мы начнем, с чего начинаются все путешествия, а именно с чудес. Открывает много каких-то мистических знаков для нас, крайне мере для меня. И вот предварительная песня у нас перед нашим путешествием вершина, это будет песня о чудесах. Thank you.
А сейчас мы отправимся на путешествие к великому чудесному озеру Великой Ладоги, где написалась одна песня, которую мы хотим поделиться с вами. Окунуть вас туда, в этот мир безграничности, чистоты, такой мощи. И Ладога для нас предстала таким воплощением такой женской силы, исцеляющей, дающей очищение, дающей живой поток. Вот. Так что сейчас песня «С берегов Ладоги» с фестиваля «Дитя природы». Yeah.
Следующая песня, недавно родившаяся. Да, мы ее сейчас, прежде чем отправиться в путь, надо многое вспомнить. Вспомнить, что мы не одни в этот путь. Даже если кажется, что одни, все равно не одни. Thank you.
И продолжая наше путешествие, когда мы движемся по пути, очень важно отпустить, поблагодарить все то, что было, всех тех, кто был в нашей жизни. То, что мы здесь и сейчас такие, какие мы есть, это все благодаря тому, что было. Нельзя убрать ни единого звена. Следующая песня — благодарность всем тем, кто был с нами. Благодарность. Посвящение уходящего. Мы навеки оставили.
если можно, мой голос плотности добавить на чуть-чуть сильно низкого, там. И, кстати, если ты нам поможешь, я буду рад. Мы будем рады. Мы продолжаем наш полет. И мы ощутим послание хранителя. У каждого из нас он есть. Он в нашем сердце. Ты первый здесь.
Когда мы идем по своему пути, очень важно взять ответственность за все, что происходит вокруг нас, не себя. Потому что все, что происходит вокруг нас, за это отвечаем мы. Я отвечаю за все, что происходит вокруг меня, в том числе за планету, в которой я живу. Я предлагаю вам всем присоединиться к нам сейчас и направить свою любовь, всю, которая у нас есть, из своих сердец, нашей Матери Земли, чтобы она очистилась, чтобы она освободилась от всего того мусора, который на ней налип, от наших человечества, и стала сияющей звездой радости. Thank you.
Пожалуйста, возьмите детей, они очень нас выбивают из состояния. Просто очень большой гром, который нам мешает из состояния, простите. Пусть детки бегают, но только не здесь. Как делать? Зачем вам? Я не помню. А сейчас небо. Следующая песня на стране. Давайте дальше. Небо. Поется новой высотой, еще живая существуется.
Седонии и собраться в путь. Давайте людям благословение раздать. Седонии и собраться в путь. Давайте людям благословение. Thank you.
И вот наш путь. Господи, на одну из сильнейших вершин, точнее, к одной из сильнейших гор на нашей планете. Да, Арманача или Кировандамова. Это не у нас, где Земля.
тебя еще есть желание в этой песне. Мы тоже будем рады, если к нам присоединишься. Песня родилась в долине реки Жанэ несколько лет назад. И посвящается всем, вам. Кстати говоря, это главная песня нашего нового альбома, который пока вот только-только у нас сводится. Но надеюсь, что к следующему году уже он будет готов. Он называется «Прозрачность» в честь этой песни. Прозрачность между людьми, прозрачность между нами и миром, полная ясность и чистота. Thank you.
с вами встречу. Песня с пожеланием вам всем состояния потока, состояния потокного ветра. Когда вас несет по жизни, все складывается очень гармонично, все удачно. Это творческий поток. Когда вы творите, вы в него входите, двигаетесь, и в нем непрерывно, постоянно. Будьте счастливы. Вообще, у нас свой клуб есть в Москве, Троицкий перекресток миров. Вы можете нас найти и к нам приходить на разные мероприятия. Вот. Вот где-то там, кстати, даже стоит наш керамик. Это одно из наших направлений, совершенно волшебное, чудесное. Вот кто-то, может быть, знает клубы керамикуален, где-то там еще у нас есть.
Благодарим вас. Еще раз благодарим, благопринимаем Аэрт и Алян. Вне времени. Друзья.